Вчера с рабочим визитом в Кашхабльский район прибыл глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В рамках визита он ознакомился с ходом строительства нового маслоэкстракционного завода, который возводится компанией общества с ограниченной ответственностью «Мамрука». В состав делегации также присутствовали заместители руководителя администрации главы Республики Адыгея, кабинета министров Заур Конов, министр сельского хозяйства Анзаур Куанов. Гостей сопровождал глава района Заур Хамирзов. Строительство нового предприятия, инициированного индивидуальным предпринимателем в поселке Дружба, стартовало в 2021 году. В ходе встречи Руслан Мамруков рассказал главе региона о реализации инвестиционного проекта, текущих задачах и перспективах развития завода. Здесь не только маслоэкстракционный завод, здесь несколько комплексов получается. Тут и маслоэкстракционный завод, тут и элеваторное хозяйство. Тут еще у нас комплекс большой, культурно-развлекательный, можно сказать, с банкетным залом. В этом комплексе, значит, у нас будет тут большой блок розничной торговли, два небольших кафе. Как раз место расположения позволяет здесь у нас перекресток двух федеральных трасс. Одна на Азов, одна вторая, значит, на Черное море. Кроме маслозавода у нас еще переработка масла, то есть у нас рафинация, дезодорация и еще фасовка на территории предусмотрена. По словам руководителя предприятия, маслоэкстракционный завод будет способен перерабатывать до 600 тонн семян подсолнечника в день и строится с применением современных технологий. На площадке завода, занимающей почти 60 тысяч квадратных метров, уже готовы производственные помещения, склады, офисные здания и весовая. Планы завершения строительства намечены на конец 2025 года. Кроме того, на новом предприятии планируется создать около 500 рабочих мест. Не первый проект, то, что Руслан реализовывает на территории региона, это когда он тут родился, тут встал на ноги, тут зарабатывает и реинвестирует в экономику региона. У него есть свой почерк особый, сегодня увидели, это видим и на центральном его предприятии в ауле Кайрухай, которому, между прочим, уже много лет, и он успешно на рынке масла Мамрука знает во всей России. Поэтому то, что сегодня происходит, это логичное продолжение всех его предыдущих историй. И, конечно, мы поддерживаем эти проекты, потому что для нас переработка очень важная история сельского хозяйства. И второе, ну, когда есть имя, есть торговый знак, оно уже работает на него. Понимаем, что этот проект будет успешным. Напомню, что «Мамрука» уже более 30 лет производит подсолнечное масло под брендом «Масло Мамруковское» и сегодня является современным высокотехнологичным производством с мощностью переработки 500 тонн семян в день и объемом выпуска до 220 тонн масла ежедневно. Компания активно совершенствует свои технологии, предлагая рынку продукцию высокого качества.